Плохо мыть полы в королевском наряде, да? Да. Да? А почему ты плакала? Потому что я хотела сама все убирать. Ты хотела сама убирать? Да, а я ей сказала, что королевы не убирают. У них есть прислуга. Нет, она, она так не хочет. Но королевский наряд мешает тебе? Сними, пожалуйста. Давай. Да. Давай я помогу тебе снять. Так тебе все-таки прислуга-то нужна или помощник? Нет, сама. Ну, тряпочку не к лицу не подноси, ведь ты ж полы ее трешь. Я сама случайно насорила. Ты сама случайно насорила. И после себя ты уберешь? Значит, ты настоящая королева. Да, пожалуйста. Даже не сказочная, а прям настоящая. Да, пожалуйста, сними. Снимаю. Снимаю. Ну, корону не сними. Корону не снимать? А как же мы платье снимем? Давай. Снимай заколочки. Вот, вот эти. А то работать спустя рукава у нас не получилось. Поясочек снимем теперь. Подожди, я поясок тебе сниму. Подожди, подожди, не так. А, еще здесь резиночки. Резиночки там еще снимаем. У нас такой наряд королевский. Мы побыли королевой, мы потанцевали. Потом я стала протирать пыль. А Юля очень расстроилась, что она не может мне помочь. И стала плакать. Сказала, снимай королевский наряд, не буду больше королевой. Я хочу тебе помогать. Нет, я буду королевой, просто когда уберу. Когда уберешь, ты будешь королевой? Да, принцессы тоже убирают. Конечно. Да, настоящие принцессы убирают. За собой убирают прям. Конечно, игрушечки убирают. Платьишко на место честно положу. Королевское. Нет, подожди. Что там, забуксовали? Вот. А маечку ты не хочешь одеть, королевна? Mm-mm. Нет? Не отвлекай меня. Уже не отвлекать тебя? А смотри, вот принцессы вещи побросали. Пояс, корона. Принцессы, наверное, сначала убирают вещи после тебя. Правда? Каждую вещь на свое место, в свой домик. Где у нас живет платье? Где корона у нас живет? Вот там она у нас живет. А платьечко где жило? Оно там будет жить? Да. Нет, так же ты его просто засунешь туда, и будет беспорядки. Давай его свернем сначала. Давай свернем. Резиночку на место кладет. Вот какая у меня королева. Прям настоящая. А маечку потом одень, что ли? Нет, 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 нет. Вот. И так обидно нам было. И все-таки тебе текут, носиком шморкаем. А давай мы носик высморкаем. Не-не-не-не. Я тебе помогу платьице. Вот видишь, мы складываем королевский наряд. На полу прямо вот так и складываем. Ну, неважно. Главное действие. А действие у нас очень правильное. Оно не там живет. Оно знаешь, где живет? Вот в этом ящике. Закрой шкафчик. Закрывай, закрывай. Не там живет. Не там. Не там оно живет. Красивая? Да. И смотри, там бусы лежат. Вот видишь, здесь какой... оно живет. Клади сюда. Ну, хорошо? Ну, пусть это будет мое. Хорошо. Ну-ка. Это твое королевское платье. Пусть оно здесь у нас живет. Шкаф. Вот. А зачем же ты коврик с кухни принесла сюда? Ну, чтобы я полы помыла. А, поняла. Теперь там же помыла ты? Можно сюда его селить на место? А, ты сложишь его. Вот. Господи, господи, ребенок вернулся к жизни. Трудно быть королевой. Принцессой тоже сложно быть. Ну, вот она, помощница у меня. Теперь у нас так чистенько будет. Да? За ней наблюдать интересно. Ножка? А где ты видела, чтоб ножками мыли? Ну, мультики, маленькая Золушка.
А, маленькая Золушка ножкой мыла. Угу, понятно. Все-таки хорошие мультики наши, отечественные, советские еще. Золушки полы моют, поэтому превращаются, имена не превращаются в принцесс потом. Да? Ты мне улыбнешься? Ты моя принцесса, ты самая красивая на свете, девчонка, ты это знаешь? Нет, еще есть мои друзья, они тоже самые красивые. Конечно. Все красивые. Все красивые. Каждый человек красив. Да.